Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня я вам расскажу, поделюсь своими впечатлениями о фильме, который носит звучное название «Выжить». Фильм снят достаточно давно, в 1992 году, известным американским режиссером Фрэнком Маршаллом. Также в фильме снимаются известные на тот период времени актеры Итан Хоук, Винсент Спано, Джон Малкович. Фильм повествует о авиакатастрофе, которая произошла в 1972 году. Вот это основная сюжетная линия в данном фильме. Значит, 13 октября 1972 года авиалайнер, который арендовала команда уругвайская по регби, взлетает с аэродрома города Монтевидео, это Уругвай, это побережье Атлантики, и направляется на другую сторону континента, в Чили, в город Сантьяго. Надо сказать, что этот самолет терпит авиакатастрофу на высоте порядка 3500 метров. Это то, что я прочитал отдельно от этого фильма по статьям. Вот. И, значит, вот на этом строится вся картина. Казалось бы, достаточно простая история такая, даже, можно сказать, банальная, сколько произошло таких авиакатастроф, таких несчастий, трагедий за последние годы, пятилетки, десятилетия. Вот. Но эту катастрофу назвали в свое время чудо. Чудо, и вот все латиноамериканские газеты, и мировые в том числе, они пестрили именно такими заголовками. Я даже перед тем, как смотреть картину, и после этого я, как правило, чем-то интересуюсь, читаю статьи, критику и так далее. И вот именно такие вот газетные вырезки попадались мне. Почему чудо? Потому что на борту этого авиалайнера было 5 членов экипажа и 40 пассажиров. Казалось бы, при такой катастрофе, на такой высоте, в горах, в таких нечеловеческих условиях, они либо все должны были погибнуть сразу, либо должны были погибнуть по истечении какого-то короткого времени. Потому что там нет воды, снег вокруг, нет пищи, никаких ни животных, ни растений толком никаких нет, ни людей поблизости нет. Это громадная высота, и помощи маловероятно, что придет, потому что там затруднения видимости, в общем-то, и в посадке и так далее, ну, то есть во всем сложности. Долго в любом случае в таких условиях человек не проживет. И надо сказать, что на практике этих людей их уже похоронили всех. То есть их искали какое-то время, там, 9, по-моему, дней по фильму, ну, или там, скажем, 2 недели. Их искали активно, там были организованы экспедиции и так далее. Но потом их все забыли дружно, похоронили. Вот. А они выжили. Вот именно поэтому фильм так и называется «Выжить». Очень рекомендую вам посмотреть этот фильм. Ну, я, как правило, даю такую оценку в конце фильма. Ну, здесь давайте я в самом начале дам оценку. Что так как он построен по реальным событиям каким-то, то, знаете, в общем-то, я рекомендую просто вам посмотреть, а какую-то оценку такую творческую или там игре актеров, там, или задумке режиссером, каким-то ходам или видеооператора работе я давать не буду. В общем-то, фильм основан на реальных событиях, и в принципе, наверное, оно близко к этому и было. Мы там не были с вами, поэтому мы точно сказать не можем. Но в любом случае, большинство людей и газетных, и критиков и так далее, называли это в свое время, напомню, чудом. Чудом. Как-то там они не латиноамериканским чудом, а чудом в Андах, как-то так вот называлось это все дело. Значит, в итоге, как я сказал, попало в такие тяжелейшие условия 45 человек. 5 членов экипажа и 40 пассажиров. Какая-то часть людей погибла сразу. При катастрофе там самолет разломился, на две части хвост отпал, упал в горы. Вот. Какая-то часть погибла в результате тяжелейших условий жизни и при крушении снега, там, в общем, лавина снежная была, и их засыпало. Какая-то значительная, там 8 человек погибло. Вот. Другие люди померли в результате вот этой жизнедеятельности. В общем, в итоге осталось, по разным данным, 17-18 человек. По фильму также где-то 17-18 человек в живых осталось. Почему они остались живы?
Вот здесь надо сказать, что здесь есть такой глубокий философский подтекст в этом фильме. Хотелось бы, конечно, в конце о нем поговорить, но уж раз я завел эту тему в это русло. Я считаю, что основная мысль такая режиссерская, в общем-то философская данного фильма, что был человек, у которого не умерла надежда. Все остальные уже давно ее похоронили, надежду на то, чтобы выжить. Они похоронили ее тогда, когда услышали по радио, что их поиски были прекращены. Они похоронили ее, когда увидели трупы и смерти своих друзей, близких, родных. Там у многих летели с ними их какие-то родственники. В частности, женщины были там, кстати, молодые даже. Вот. И в результате этого они похоронили надежду. Надежду на человеческие какие-то устремления, настроения, когда ели себе подобных, там они занимались каннибализмом. Вот. И только вот один человек, несмотря на то, что он жил вместе с ними, он прошел все эти круги ада, скажем так, он эту надежду не потерял абсолютно, она у него только крепла. И в конечном итоге именно он сумел организовать правильное направление движения. Там у них было несколько вариантов. Допустим, одна часть считала, что надо вот таким образом строить свое выживание. Там, пойти, допустим, за рацией, начать делать рацию, там, найти аккумуляторы какие-то. И вот этот человек один, он понял, что все это, в общем-то, впустую. Ничего мы не сможем здесь построить, не умеем мы в радиотехнике, не соображаем ничего. И, в общем-то, надо добираться ногами своими, добираться до какого-то населенного пункта, сообщать людям о том, что вот у нас произошла такая вот трагедия. И он это, в общем-то, осуществил. Осуществил. Но хотя были люди, которые в него отчасти верили, что ему это удастся, ну, по крайней мере, надеялись, что возможно, это одна из ниточек. И вот он это реализовал. Он выбрался к людям и прилетел потом на вертолет к ним, как спаситель, знаете, прилетает. Вот. Достаточно просто фильм снят, такая достаточно простая сюжетная линия, но в любом случае я вам очень рекомендую посмотреть этот фильм, посмотреть его особенно людям, которые проживают в больших городах, миллионниках, полмиллиона областных центров каких-то, потому что, знаете, притупляется такое понимание жизни какое-то, что ли. По-другому люди мыслят. И именно вот сталкиваясь с такими суровыми бытовыми условиями, жизненными обстоятельствами, как угодно назовите это, проявляются определенные черты характера, в том числе и черты психологические, черты, вот, которые позволяют людям выжить. Фильм непростой, там несколько сложных сюжетных таких поворотов, связанных прежде всего с пищей, которой не было абсолютно. Но вы уже поняли, что они ели, я вам сказал. Вот. Но такой поворот непростой в фильме. Вот. И повороты, связанные с гибелью людей, которые находятся вокруг тебя. То есть вчера человек жил, вчера он ходил, с тобой разговаривал, вы строили какие-то планы. Здесь вы терпите катастрофу, самолет падает, и он умирает. Допустим, от какой-то травмы, или от падения, удара головой, или еще чего-то. Или от того, что заболевает. Вот. Вот так вот люди прожили 72 дня в тяжелейших бытовых условиях и сумели выжить. Чего я всем своим телезрителям искренне желаю. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии.